В Новосибирске машина скорой помощи попала в аварию. ДТП произошло на мокрой дороге. Автомобиль занесло. Водитель реанимобиля ехал со стороны улицы Эхи в направлении Барышева в районе Первомайска. Он не справился с управлением. Машину занесло на обочину, где она врезалась в дерево и перевернулась. Сотрудники пожарной части, которые расположены рядом, оперативно оказали помощь. В ДТП пострадали 3 пассажира скорой, 2 медиков и пациент, который буквально вылетел из машины на дорогу. Водитель поясняет, что данное ДТП случилось из-за того, что на дороге была колея. Также перед тем, как случилась данная авария, прошел дождь и дорога была мокрой. Сам водитель в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Если говорить о травмах, то медики, пострадавшие, получили сотрясение головного мозга. А мужчина, которого доставляли в больницу, у него перед тем была закрыта черепно-мозговая травма. И дополнительно он также получил сотрясение. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!